кидаю. Як я кинув його? Я сьогодні тут. Він бачить серце, де ти насправді. Ти можеш бути тут, але не до кінця з ним. Якщо ти довіряєшся йому, пробуджуєшся зранку і все погане, але ти кажеш: Ісус, я довіряюсь тобі. То, що я бачу, мені не подобається, але я знаю, що я не сам. Ти бачиш далеко наперед, і якщо я відчуваю твою руку, значить, все буде добре. Амінь? Амінь. Амінь. У вас все набагато ліпше, ніж ви уявляєте. Амінь. Хоча б тому, що ви тут. Якась мудрість вже привела вас сюди. Амінь. Якась частина Божого ведення привела вас вже сюди. Ви зрозуміли це, любі? І значить, все вже добре. Амінь. Ви на добрій дорозі. Дякуємо тобі, Господь. Давай, Володь, молись за діток. Слава тобі, Ісус. Слава тобі, Боже. Цар слави, цар вічності, Творець наш, той, який нас полюбив, той, який прийшов на цю землю і став рабом, прийняв образ раба заради нас, щоб звільнити нас від рабства, віддав своє життя, щоб ми мали вічне життя. Ісус, Ти сказав, що ми не попросили во ім'я Твоє, то буде нам дано. І ми просимо Тебе за цих діток, Господь, про милість Твою для них, щоб Твоя милость супроводжила їх у всі їхні дні. Ми просимо Тебе, Таточко, щоб в тому світі, в якому вони зараз знаходяться, в оточенні всякого зла і спокус, Твоя милість нехай їх оберігає, нехай вони будуть занурені в атмосферу Твоєї слави, яка буде навколо них як щит, як покров, який недосяжний, через який не можуть досягнути до них ніякі стріли лукавого. Ми просимо Тебе, Татко, говори до них через тих вчителів, які в школах, Господь, через тих людей, які трапляються на вулиці, які будь-де. Говори через них, Господь, так як через вісли, через віслюків, через яку Ти говорив до Валаама, Господь. Дай їм повноту мудрості, Боже, щоб вони знали, як навчати дітей, щоб вони розуміли їх. Ми просимо Тебе, любий Господь, дай їм любов до них, щоб через них не вливалося в їхнє життя ніяка любов до цього світу, до цінності цього світу. Но щоб через них вливалося їхнє життя, любов до Твоїх цінностей, Господь, які знає кожна людина і любить кожна людина, хоч і не розуміє. Просимо Тебе, Тато, в ім'я Ісуса, щоб в тій атмосфері, де вони будуть, серед тих дітей, де вони будуть, щоб їх оточили ті друзі, які будуть їм во благо. Удали від них всяких друзів, які їх збочують, яких уводять в цей світ. Ми просимо Тебе, Татко, щоб вони мали вплив на них. Ми просимо Тебе, щоб ці дітки були Твоїми воїнами, щоб через них покаялось багато інших дітей і були поруч разом із нами. Дорогий Господь, дай справу по Твоєму слову, дай справу Твоїй присутності. Нехай вони прагнуть відчувати Тебе, дорогий Дух Святий, в ім'я Ісуса. Нехай ця справа зростає. І ми просимо Тебе, Татко, що не були сусудами честі, що не проповідували Твоє слово, що не розуміли, що треба приносити плід, і приносили багато доброго плода. Нехай вони будуть місіонерами в цьому світі. Там, де вони є, там, де вони будуть. Нехай з них виростуть сильні мужі і жони Твої, Господь. Вся слава Тобі. Амінь. Господь, дякую за цей день, щоб всі діти і дорослі йшли в церкву плаский. Я дуже всі люди ходять на церкву. Амінь. сьогоднішній день, що ти нам дав. Благослови, щоб всі люди покаялись і приходили до церкви, Господи. Благослови. Амінь. Сьогодні день такий, ви чуєте? День церкви. Дякую Господу за дітей наших. Будьте благословені, наші любочки, біжіть в свої класи, щоб всі люди ходили до церкви. Хтось сказав, каже, ну не завжди, коли людина йде до церкви, вона приходить насправді до Бога. Це правда. Часто критикани церкви починають з цього свою розмову. Але ми скажемо так, якщо вже людина йде до церкви, це вже вірний напрямок до Бога. Амінь. Амінь. В ідеалі в Бозі це мало би бути щось єдиним і близьким, так як голова з тілом з'єднана. Амінь. Давайте жити так, щоб коли люди глянуть на нас і скажуть, вау, ці люди, які ходять до церкви, йдуть до Бога. Амінь. Дякую тобі, Господь. Паша наш, брат дорогоцінний Павлов, Боже, завжди надихни нас сакральною атмосферою на фінансове пожертвування. Слава Богу. Жертвуємо. Тиша така. Вспомнилась одна история, не история, а в одной из европейских стран провели такой эксперимент, такой сделали. Взяли, там сколько-то человек, 5 или 10, не помню, и дали им топоры и сказали, вы неделю рубите деревья. То есть вывели их на площадку, говорит, вы рубите деревья, и за эту неделю вы получите вознаграждение, там, по-моему, $3000. Взяли такую же самую группу людей и сказали, вы точно так, берете топоры, вы идете на площадку, и вы неделю рубите, но вы получите $6000. Вау. Но есть условия. Первая группа рубит как положено, вторая группа рубит обухом, другой стороной. Если, сказали, кто-то не выдержит, то есть не выстоит, то вы просто-напросто не получите это вознаграждение. Первая группа неделю отрубила и получили свое вознаграждение. Вторая группа, которая была, ни один человек не дошел до конца. Потому что никто не хотел через какое-то время бить без результата. Они били обухом, все, что они смогли, это разбили кору. И постепенно начали люди отходить и отказываться от этого эксперимента. Даже ради денег люди не готовы по 8 часов в день лупить без результата. И иногда складывается впечатление у некоторых людей, что когда мы приносим Богу свои десятинные приношения, кто-то может сказать, я не вижу результата, и ему кажется, что он бьет обухом. Послушайте, это не для христианства. Место Писания одно говорит, наставляемый словом, делись всяким добром составляющим. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную. И вот 9 стих. Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Вот этот стих, он как-то открывается после этой истории с другой стороны. Делая добро, да не унываем, ты все равно пожнешь. Независимо от того, что ты сильный удар нанес или не сильный, ты главное бей не обухом. И все равно в свое время пожнем, если не ослабеем. Иногда бывает ослабеваешь, ты начинаешь думать, да что помогает мне, в чем помогает это приношение десятин? Это ты ослабел в вере. Я не знаю, там у кого-то, может, кто-то святой, у него не возникали такие вопросы, где воздаяние на мои жертвы, где воздаяние на мои приношения, на мои десятины. Может быть, есть такие супердуховные, которые за свою христианскую жизнь никогда не задавали Богу этот вопрос. Такие есть? Я думаю, что таких нет. Каждый всегда имел какие-то вот отношения с Богом в этом плане. А Бог говорит, если не ослабеешь, если не ослабеешь, дерево упадет, если не ослабеешь. Ты не просто исповедание какое-то без дел. Наше исповедание с делами. И еще одна история, которую бы хотел завершить, это та история, которую я знаю. Это была с моим родным братом. Он закончил школу, и отец его взял на шахту, на стажировку к себе в бригаду. И первые дни на поверхности они работали, то есть не на самой шахте. И там нужно было разбить стену. Стояла стена такая бетонная, там сантиметров 8. И нужно было пробить дырку, чтобы кабеля туда протянуть. И отец мой брату, ну, сыну своему, говорит, на кувалду. Это такая, кто не знает, такая металлическая штука на палке, килограмм там на 8. И говорит, бей. Говорит, за стену ты должен пробить. И вот мой брат бьет эту стену, и он сам рассказывал. Эта история, мы еще тогда неверующие были, но она так засела глубоко в сердце. И он бил. И все, что он увидел, это вот как чуть-чуть просыпано было. И через какое-то время, через определенное время, он говорит, все, я не могу. Он бросил молот, говорит, я не могу. Я уже, говорит, ну не вижу, сколько бью, результата нет. И отец берет его, заводит его с другой стороны стены, обходит этот забор и говорит, смотри, а там вот такая дырень, которая вся окрошилась уже. И там осталось несколько ударов для того, чтобы пробить эту дырку. И он говорит, я, говорит, столько в жизни, говорит, переосмыслил после этой картины, что осталось несколько ударов, а я, говорит, бросил эту кувалду. Мне осталось чуть-чуть, а вера ослабела. А результата, на первый взгляд, не видно было. Но он есть на той стороне. С духовной стороны результат есть. Поэтому, когда мы, давайте я скажу, не мы, не ослабеваем своей вере. Ибо в свое время, которое предназначено нам Богом, мы пожнем, если не ослабеем. Аллилуйя! Отец наш Небесный, Бог великий, всемогущий и славный. Мы не видим эту духовную сторону этой стены, когда мы приносим приношение десятины. Но мы верим Слову Твоему, которое говорит, что мы пожнем свое время, чтобы мы не унывали, чтобы мы не ослабевали. И наши жертвы – это не жертвы уныния. Наши приношения – это не приношение уныния и слабости. Это наша вера и доверие Тебе во имя Иисуса Христа, нашего Господа и Спасителя. Мы верим Твоему Слову и поступаем по Слову Твоему, зная, Господь, что Ты за нас, Ты печешься о нас, и Ты благословляешь нас. Благослови, Господь, все наши приношения, все наши десятины. Благослови, Господь Бог. Пусть мы каждый, из нас увидит этот результат наших действий веры во имя нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Аминь. Кто надеется на Господа, засоромлений не будет. Аминь. Дивіться, гарно сказано, що наші дії тут на землі, вони є завжди з оглядкою на іншу реальність, духовну, амінь. І пам'ятаєте гарний образ є до цього, як Даниїл молився про добро свого народу, пам'ятаєте? 21 день посту, змагання, здавалось би, нічого не рішено. А потім архангел Гавриїл прийшов до нього і все йому пояснив. І сказав, ти улюблений, і тільки ти відкрив уста, почав просити в Бога вже є відповідь. Але він дав зрозуміти, є певний процес, як духовне переходить матеріальне, каже, і ти просто повинен навчитись очікувати, амінь? Очікувати вірою. Я не знаю, яким чином Авраам щось 30 років чекав на свого сина, як там з неба Ісаак 30 років йшов до нього. Або Йосип чекав 20 чимось років, поки його видіння справдиться, і він дійшов через 20 років до цього. Знаєте, в очікуваннях перевіряється наше серце, в очікуваннях ми зріємо, амінь? І я думаю собі, діло не в тому, коли це станеться, діло в тому, щоб ми залишились вірними, амінь? І Господь підтримує нашу віру, Він каже, той, хто надіється на Господа, хто чекає, хто щось робить в вірі, він засоромлений не буде, це вже зачіпає Божу честь, правильно? Зрозуміли це? Він ж, це вже його питання, його особистості. Ти тому не можеш програти, бо ти кажеш, я надіюсь на нього. вільний помічник. Але, добре, любі, у нас сьогодні подія, у нас в гостях велика людина. Отець Сергій, наш друг церкви. Отже, він був кілька разів у нас до цього. Господь його присилав, завжди благословляв нас Господь і будував через цю безцінну людину. Дуже оригінальну людину, та православна реформована церква, реформована опусна, православна. Отже, щоб, знаєте, в тому є своє послання світу через отця Сергія, його служіння церкві, де Господь хоче розстроїти забори і стіни. Правда, розумієте? Забори і стіни. Вчора у нас було служіння гарне таке, знаєте, екуменічне, в жовтні місті, де зібралась п'ятидесятницька церква молодь і католицька церква молодь. І було, знаєте, ну, дуже гарне порозуміння, просто супер. Знаєте чому? Бо молоді, юні і романтичні. А от же вже такі релігійні старпьори часто, як була мова, вони будують своє царство упорне, але це не царство Боже. Амінь. Але діти Божі, які знають Ісуса, мають стосунки з Ним, вони розуміють, царство велике. Амінь. Отже, просимо вас, отець Сергій, благословіть нас. Хай Господь рухається через цю величезну людину. Слава Иисусу Христу! Слава Богу Святому! И ни в ком другом нет спасения. Нет другого имени под небом, данного нам, людям, которым надлежало бы нам спастись. Слава Богу! Дорогие друзья, братья и сестры, обнимаю всех, благословляю. Вы дороги моему сердцу. Привет вам из Киева, от нашей Киевской архиепископии всей, от наших батюшек, матушек. Слава Богу, да. Привет от моей семьи, и хотя моя супруга и дети сейчас здесь не присутствуют, но они уже потом в записи посмотрят все. Так что, пользуясь случаем, от них привет передаю. Вот, и с семьей хорошо, без семьи тоже хорошо, все хорошо, когда Бог с нами, когда мы в Боге. Все хорошо, знаете, вообще все назидает, все полезно, все хорошо. Потому как есть любовь, мы когда, допустим, ну, объясняемся в любви, как мужу надо, и она меня спрашивает, ну, как мы часто спрашиваем, хотя уже почти 30 лет вместе, значит, как муж, жена, но любишь ли ты меня? Да, Иисус тоже спрашивал так. Вот, и да, значит, и, ну, я честно признаюсь иногда, говорю, Инна, знаешь, я люблю тебя, но я... Вот, Иисуса люблю больше. Она, вот правильно, правильно, это хорошо. Вот, слава Богу. И, дорогая церковь, вот, Агапа, вот, вы в моем сердце, вообще Бог в моем сердце. Когда молюсь, часто вспоминаю, это не то, чтобы так специально стараюсь, знаете, напрягаюсь, вспоминаю о Львове в молитве, это само собой происходит естественно как-то. Знаете ли, это для меня очень ценно, для меня это очень важно. Слава Богу. И сегодня в таком трепете я пред Богом и в таком волнении перед всемогущим Богом и пред вами, пред всеми, перед вашими душами, пред Его святыми ангелами, которые сейчас здесь, в этом собрании, в великом множестве собрались. И Его Слово Божье, Святое Слово, да звучит сегодня в наши души, в наши сердца. Пусть наше это собрание, оно прямо сейчас будет небесным, святым собранием. И в небесах наши души, они уже начинают свою жизнь, они уже живут. Если мы в Боге, а Бог в нас. Небесное житие наше, небесная жизнь наша, она уже сейчас. Не тогда, когда наша жизнь земная прекратится, она уже сейчас. И это самое ценное, самое великое таинство веры. Порой богословы спорят, какие таинства, сколько таинств. Называем протестантской церкви, чаще всего 2 таинства называют, да, католическая православная церковь, 7 таинств. Но на самом деле и те правы по-своему. Но правее всех сам Господь Бог. Правее всех, потому что Его Словом все таинство вообще. Вся наша жизнь таинство. А самое главное таинство всех таинств – Христос в нас. Упование и славы. Самое великое таинство, когда Бог в человеке, а человек в Боге. Самое величайшее таинство всех таинств. Чудо всех чудес. И в моей жизни, как верующего человека, много было чудес, и есть сейчас чудеса. Божьи, святые чудеса. Но нет чудесней ничего. Чем действительно вот эта жизнь в нем, погружение в него, а его погружение в нас. Когда я делился здесь у вас в собрании уже не раз Словом Божьим, с большим удовольствием делился посланием любви, посланием Слова Божьего. Я вспоминал часто те слова. И молясь сегодня также вот вспоминаю это слово, когда перед тем, как еще Христос родился, накануне Его Рождества, накануне Его пришествия, первого Его пришествия, когда Он своим пришествием спутал все карты религиозных, всех богословских школ, учителей, религиозников, политиков. Знаете ли, перед Его вторым пришествием также все спутается. Потому что все правы по-своему, но правее всех Господь Бог, всемогущий. И накануне Его пришествия были разные богословские школы, которые гадали, по-разному видели Его пришествие, Машиаха, Христа, Мессии, ожидали, ждали, любили по-своему. И вот две таких главных школы было богословских того времени. Школа Шамая и школа Гилеля. Их так мы знаем в истории. Были другие школы, известные такие, книжников, фарисеев, садукеев. И вот в школе Шамая и в школе Гилеля, этим школам, учителям этих школ, выдающимся еврейским учителям того времени, задавали вопросы. И вопрос задавали очень важный, насущный. В Библии, в Торе, в пророках, во всех еврейских писаниях тогдашних, как мы говорим, Ветхого Завета, какой стих является как бы золотым? Что есть самое главное? Дайте нам тот стих, который как бы открывал собой всю Библию, все еврейские писания. И эти школы между собой спорили всегда, соперничали, спорили по любому поводу. Но самое удивительное произошло следующее, что эти школы, обе школы, не сговариваясь, остановились на одном и том же стихе. Это было удивительным моментом совпадений взглядов, потому что они всегда и до того, и после того спорили всегда. И не соглашались по всем поводам. А здесь они нашли текст, один и тот же текст из Библии. И самое странное, что они нашли текст не в Торе, не в пророках, а в самой странной книге. В книге всех книг есть самая странная книга. Песни песней. Шир Гаширим, оригинально, шир, пение, да, пою. Вот есть шир, аллилуйя, пою я, аллилуйя. Вот Шир Гаширим, в книге всех книг есть песни всех песней. А в этой песне всех песней есть стих всех стихов. В книге всех книг песни всех песней, а в песне песней есть стих всех стихов. Это песня любви. Это песня, где... Почему она странная книга? Потому что, во-первых, в ней нет имени Всевышнего Бога. Вот то, что мы называем тетраграмматон, йод, хей, бав, хей. Вот те четыре буковки еврейского алфавита, которые вместе прочитываются как Яхве или Егова, Сущий, тот, кто был, есть и будет и прочее. Имя, включающее в себя все, и прошлое, и настоящее, и будущее, всю Вселенную вообще. потрясающее звучание этого имени. Так вот, во всех книгах Библии есть это имя, во всех еврейских писаниях, кроме двух книг Библии. Книга Магилат Эстер, книга Есфири, которая вот читается в эти дни, приготовляемся к Пуриму мы. Сегодня мое слово будет такое предпуримное. И в этом году полнолуние этого месяца Адара выпадает на 1 марта, с 28 числа февраля. То есть уже скоро уже. Вот то чудо вспоминаемое, которое Бог совершил спасение народа своего, которому посвящена целая книга Библии. В этой книге, книге Есфири, Эстер, нет написания имени Всевышнего Бога. Но там хотя бы гадательно есть это имя, хотя бы образно есть. Но в песне песней нет даже этого. Но это удивительная песня. Я не знаю, какие слова, я не знаю, о чем поют птицы. У них тоже песни любви. Вот по весне мы, да? Коты орут. Тоже про любовь песни. Там кошки балдеют, слушают. Нет, нет, ну да, но что... Может, нам не нравится, кому-то не нравится, как они орут. Но кошкам это нравится, они с ума сходят. Хотя знают, что много хотят, да, много хотят. Вот. Птички, пташки маленькие, да? Но эта птица нам больше нравится. Кому-то соловейка нравится, да, соловей, кому-то, значит, не знаю, канареечка нравится, да? Ну, ворон, может, не всем нравится, да? Вот, что-то еще. Но каждая птица, да, вот Бог создал всех тварей по паре, вот, и, значит, каждая птица там по-своему, своей, вот, как бы, да, возлюбленный поет. Вот, и тем нравится. Кстати, в еврейской традиции очень хорошая традиция, слушайте. Очень хорошая. Есть разные, есть плохие традиции, есть хорошая традиция. Каждый шаббат, пятницу, вечер, каждый еврейский муж должен петь своей жене. Да, даже если голоса нет. Даже если слуха нет, даже если медведь наступил на все равно. Вот, по идее, он должен спеть. Пусть это будет там, но это его песня своей супруги. Раз в неделю он должен похвалить ее обязательно. И не просто да, общими словами, там, ты самая такая-такая, а вот именно конкретно, за что я тебя хвалю в течение этой недели. Он должен замечать. Обычно для мужчин большая проблема, честно говоря. Замечать то, что жена делает в течение недели. Но в конце недели я хвалю, стараюсь вспоминать и фиксировать как-то, вот, чтобы конкретнее благодарить жену. И потом что-то пою. И не просто что-то пою, а то, что есть в притчах о добродетельной жене. Вот. Хорошая песня очень такая. И знаете, дамы и господа, братья и сестры, вот песни песни, я считаю, что всякое творение, оно поет песни любви. Потрясающие песни любви. И не только к своей возлюбленной поют птицы, коты и все, что есть на земле, и даже человеки. Но в этом всем есть пение Богу самому, святому. Все дышащее восхваляет того, кто дает всему дыхание, жизнь, кем мы движемся, живем и существуем. Любовь с большой буквы, действительно. И воспевание Бога. И в этой песне песней Шир Гаширим есть стих, который звучит, оригинально звучит так. Они летоти, ветоти ли. Буквально переводчики синодальные перевели так. Я принадлежу моему возлюбленному. Возлюбленный мой мне. И вот это летоти, ветоти, скорее можно перевести я в нем всецело. Он всецело во мне. Мы одно целое. И вот те мудрецы накануне пришествия Христа Иисуса, школа Шамая, школа Гилеля, они утвердили пред Израилем, что есть золотой стих всей Библии, всех еврейских писаний, которым открывается и Тора, и пророки, все писания. этот стих «Я в моем возлюбленном». Я ему всецело принадлежу, а он принадлежит всецело мне. Он во мне, а я в нем. И это великое таинство. Иисус, певец любви, придя, он сказал: «Я в Отце, Отец во мне». И он сказал, что я и Отец одно. Спасибо, Господь. Благодарю Тебя, Боже всемогущий, за Слово Твое, за жизнь, дыхание любви. Благодарю Тебя в этом собрании святых, сегодня собравшихся здесь, всех святых ангелов, также незримо нам сейчас присутствующих здесь, посланников Твоих, Всевышнего посланника. Боже, благодарю Тебя, восхваляю имя Твое святое. И пусть сегодня наши сердца преисполнены любовью Твоею, величайшую радость, величайшую песню этой любви возносят к Тебе. Аминь. И песня любви, песня песней, она... Ну, это отдельная тема, конечно. Многие учителя, многие проповедники проводят прекрасные семинары. Я слышал разные воззрения на эту книгу. Это действительно не глубина потрясающая. Но я хочу сегодня обратиться к Новому Завету, где эта песня любви, она также имеет свое продолжение. И вот хочу прочесть сегодня из послания к Римлянам. Стих. Послание к Римлянам, 8 глава. 28 стих. Послание к Римлянам апостола Павла. 28 стих. Написано: «Притом знаю, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Аминь. Я думаю, тайна, величайшая тайна этой любви в том, что когда Бог поселяется в человеке, а человек в Боге, когда вот эта песня песней уже из нас льется, не просто она на страницах Писания, не просто она на страницах Библии, в наших телефонах, гаджетах, не просто она даже в нашей памяти, а когда эта песня песней, она льется из нашего сердца к Богу. Любим Бога, а Бог любит нас. Познаем Бога, Бог познает нас. То, что проповедники называют, и еврейские, и христианские, многие проповедники, как интимное отношение с Богом, рождается удивительное чудо. Бог обращает во благо все. Знаете, неверующие люди порой даже говорят, что все во благо, ко благу. Замечают, что Бог действительно, Он, даже если они Бога не знают, люди все равно понимают, что есть какие-то высшие силы, или как еще сказать, но Бог так или иначе в жизни всего сущего старается все во благо обратить к лучшему. Но наипаче в жизни тех, кто поет эту песню песней. Если ты любишь Его и поешь эту песню, а Он поет тебе эту песню, то действительно, я думаю, каждый верующий, каждый абсолютно, по-настоящему, если он не понарошку, а по правду, что он верующий, может, не знаю, ну, множество рассказать свидетельств, когда действительно во благо Бог обращает все. Даже негативное, даже гонение, даже вражду, все что угодно вообще, Он во благо обращает. Вот мы в Западове, в Романеве, да, проводили эту группу общения, мне очень понравилось, и я там свидетельствовал тоже вот как раз то, что один из примеров вот, многих тоже своей жизни, когда Бог во благо обращает и сверхъестественным образом вообще защищает человека. И в судьбах отдельных верующих, и в судьбах семей наших, в судьбах общин, целых народов. И вот книга Есфири, читаемая вот как раз в эти дни, в ожидании празднества, и вот уже у себя в Киеве я буду проводить в церкви как раз семинар на эту тему, предпуримный семинар будет, с чтением Магилат Эстер, книги Есфири. Во время вот этого поста Есфири будем 28 февраля. Кто имеет такую возможность, подключайтесь, будем читать эту книгу. Я буду на русском языке, отец Алексей Прошак будет украинской мовою. Будем читать как раз эту книгу Есфири и размышлять над стихами этой книги. Удивительной книги, рассказывающей в Библии много удивительного, конечно, но вот здесь особенно удивительно то, что Бог во благо обратил даже для целого народа ситуацию, которая была против него. Тогдашний злодей Аман, его звали, я не знаю, как, с чем его сравнить, ну, как Гитлер, Сталин, не знаю, кто еще там, ну, тиран, который хотел украсть, убить и погубить, который хотел уничтожить Израиль. И уже разработал план, такой страшный план. О нем написано в Библии, об этом плане. Он сидел и бросал жребий. Пред лицом своих богов он ожидал, он знал, что нужно назначить время такое, время, когда надо будет украсть, убить и погубить, и весь Израиль истребить. И бросали жребий. И выпало как раз вот на этот месяц, который, ну, лунного, я имею в виду, календаря. Если считать от Нисана, от того месяца, когда Бог вывел нас из Египта, да, описанного в Библии, если от Нисана, то этот месяц, он завершающий, он 12-й месяц в году получается. И на этот месяц выпало как раз украсть, убить и погубить. Потом бросали на дни, в какой же день этого месяца вот этот Холокост устроить Аману. Выпало на полнолуние этого месяца. И все было готово. Представьте, печати царские, императорские. Все было проштамповано, пропечатано, прописано. В городах было объявлено, зачитано, указами, что все, это время, по сути, конечное для Израиля. Больше Израиля не будет вообще. Больше еврейского народа не будет. Если, допустим, у Гитлера, его во время Второй мировой войны, его радикальное решение еврейского вопроса было во многом, как он полагал, исполнимо, но он понимал, что до конца оно не может быть исполнимо тогда, потому что евреи рассеяны по всему лицу земли. И за океаном живет, в Америке тогда жило немало евреев, множество. Он понимал, но он решил европейское еврейство искоренить, украсть, убить и погубить, так же, как и Аман. То для Амана того, который описан в Библии, в книге Есфири, было вот этот Холокост более осуществим, потому что фактически все евреи проживали так или иначе на территории подведомственной как раз этой империи, или же в самой империи. То есть получается, все могло бы быть весьма трагично, страшно. Представьте, было оглашено по всем городам, на всех наречиях, что всех евреев истребить, украсть, убить и погубить. Страшное время. Но вот как говорят, як тривога, да, так до Бога. И вот получилось так, что вот эта трагедия, она послужила толчком, направлением таким к Богу. Люди стали каяться, обращаться к Богу Авраама, Исаака, Якова, Богу Патриарха, ожидая милости. На кого еще было уповать? От кого еще было ждать помощи? Ни от кого. Идти против огромнейшей империи бесполезно. Гибло дело, немыслимо. Одним росчерком пера весь народ истребить. И это было ужасным приговором. Библия описывает, что люди каялись, брали пост. Конечно, мы читаем о Божьем плане. Знаете ли, у Бога, как у великого гроссмейстера в шахматах, у него не только все ходы записаны, продуманы, он наперед, знаете ли, так мыслит, что с ним в шахматы бесполезно играть. Он продумывает все настолько наперед, ведь он заслал нашего человека. И никуда бы то ни было, не просто там где-то, знаете ли, в бухгалтерию там, императора, а прямо ему в постель. Не просто куда-то еще, а прям первая леди всей империи, она была, ну, наш человек. Да, и просто красавица. Она победила в первом конкурсе красоты, вообще описанном, вообще в Библии. Да, так получилось, что у него была другая жена, у императора, но та была такая, ну, не в обиду сказана, такая, как Роксолана, она была непослушная такая. Одним словом, она императора не слушалась. Она говорила, что если у меня руки так вот, то все будет в ракетах. Вот. Но с этой леди император расстался. Он понял, что лучше одному даже побыть, чем вот с такой леди. Но потом ему скучно стало, и он, значит, стал искать, значит, себе, ну, одним словом, и кот поет, ищет свою кошечку, и птичка поет, ищет свою. Вот и император тоже, ну, кто же будет достойный вот моей вот возлюбленной? Ну и на его призыв как бы объявили конкурс красоты. Собрали самых красивых девушек. Вот. И в том числе попала туда и Гадаса. Ее настоящее имя Есфирь, она же Гадаса. Вот. И, знаете, там Штиглиц отдыхает. Она попала в ставку вверх, туда прям, вот, в логово врага. И она была умной девочкой. Ее, в общем-то, Мордехай научил, в общем-то, ты не рассказывай, знаешь, вот, что ты еврейка, в общем-то. Молчи себе, помалкивай. Да, значит, вот как бы. И, в общем-то, даже другое имя она взяла. Конспиративное. Вот. Ее имя конспиративное было при том такое, ну, знаете ли, вот как, допустим, в Украине назваться Галей, допустим, да? Там. Ну, как бы, или, ну, то есть имя самое популярное в то время Есфирь, ну, чуть не пол империи были Есфирь. Значит, потому что это в честь Ашеры, Аштаров, Астарты, вот, богини вот этой языческой. То есть, как бы, взяла имя той богини, и, знаете ли, и кто бы заподозрил, что она еврейка вообще. Ну, ладно. Она была умной девочкой. И когда даже было приготовление вот к этому конкурсу красоты, их целый год готовили. Она вела себя очень правильно. Вот другие там, знаете ли, вели себя не так скромно. Она была скромной девушкой и умной девушкой. Не просила многого. Вот знаете ли, она готовилась, ну, к рывку. Она готовилась к самому важному. Знаете ли, как спортсмены, допустим, да, некоторые бегут вот, вот на старт, внимание, марш, все, бегут. Некоторые бегут марафон, допустим, и вот первые там километры, они лидирующие. Но умный спортсмен, он не вырывается в первой четверти или первой трети марафонского бега. Он бежит себе где-то в серединке или даже в конце, но как бы он знает свой ритм, он знает, что сейчас те товарищи, что сейчас вырвались вперед, они вот первую треть лидируют, но, как правило, во второй трети, или уж точно в третьей трети, они точно выдохнутся. Кто-то даже сойдет с дистанции. Ну, пусть они сейчас покрасуются перед камерами, знаете ли, пусть они сейчас будут как бы на виду, там, значит, они будут говорить по телевизору, но цыплят по осени считают. Вот, и умный спортсмен, он выжидает момент. И во второй трети он уже где-то ближе к лидерам, вот, уже за ними, как бы их ритм поддерживает, вот, и держит. Но в третий, он уже, как огурчик, когда те уже товарищи выдыхаются, уже язык на плечо, он уже, и вот Есфирь, она правильно, она слушала своего тренера. Ее тренер был очень мудрым человеком, тот самый Мордехай. Вот, и он был очень хорошим евреем, правильным сердцем. Правда, как бы из-за него все и началось, как бы. Да. Да, он был слишком правильным евреем. Вот, может быть. Но началось все из-за него, в общем-то. Вот он был таким евреем, который, знаете ли, вот действительно не гнулся, не прогибался под изменчивый мир. Вот он ждал, пока этот мир прогнется под нас. Да, и поначалу все было весьма очень плачевно из-за него, казалось бы, да? Но потом как раз он был на высоте. То есть, ну, это своя история. Вообще не буду все рассказывать, сами прочтете, кто не читал. Кто читал, еще раз перечитайте в это время, этот месяц как раз этой книги, этого чуда. И даже есть такая еврейская поговорка, по-русски она звучит примерно так, что начинается Адар, то есть этот месяц, умножается радость. Пусть в вашей жизни, в ваших судьбах, в судьбе каждого верующего будет этот пуримный переворот, Божье чудо. В финансовой сфере, допустим, да, вот Павел, он очень хорошо учит о финансовой сфере. Вот всегда, значит, у него есть и издания свои, значит, там, и уже наработки. Вот, будь это в семейной сфере, будь это в сфере здоровья, потому что Аман — это образ дьявола вообще, и беса, да, как бы, который бросает о нас жребий всегда украсть, убить и погубить. У него на его костях он бросает только лишь одно. Украсть, убить и погубить. Его жребий. Но план Бога, знаете ли, жизнь и жизнь с избытком. Жизнь и жизнь с избытком. Во всех сферах. Аминь. В этом есть спасение наше. Дамы и господа, братья и сестры, Есфирь действительно великая женщина. Да, она стала первой леди. Да, она была наверху. Да, она была возле царя. Но она по-прежнему осталась очень скромной и мудрой девушкой еврейской. Она действительно сохранила это целомудрие. Деньги и власть не скружили ей голову. Редкая душа выдерживает такое испытание. В этом ее величайший, действительно, величайший полет. И будучи первой леди, она по-прежнему была внимательна, послушна своему наставнику. И она действительно, она вступила за Израиля. Когда было нужно, в самый такой момент, она открыла все карты. На том последнем банкете, да? Перу, когда все разыгралось. Знаете ли, как вот в каком-то сериале, это была кульминационная сцена вообще. Всей этой драмы и с одной стороны, но с другой стороны и величайшей победы. Она открыла все карты. Она сказала своим, что она еврейка. И она сказала, что если хочешь погубить, меня первый убей. Всех нас убей. И она сказала, что тот враг, который украсть, убить и погубить решил, этот злобный Аман. Царь, он, конечно, был переволнован, он был взволнован. И последняя сцена, когда этот негодяй, он понял, что дело жареным запахло. Он стал просто умолять Есфирь. Ну, Есфирь изобразила панику. Она была очень мудрой женщиной. Вот. И когда царь зашел, ах, ты еще и домогаешься моей жены. Короче, это было последней каплей. Вот. Может, она где-то и переиграла, но она переиграла ради блага. Знаете ли, не ради себя, не ради аплодисментов. Нет, она переиграла ради спасения. Просто чтобы, царя надо было просто, как бы убедить. Знаете ли. Вот. И то, что у Амана было в сердце, она просто это выявила, знаете ли. Вот так вот, и своими чарами женскими. Вот, значит, и после того, конечно, и Аман, и все его вот дети, которые также были отпрысками как раз этой отрасли страшной, которые готовили украсть, убить и погубить, они были все уничтожены. Но была еще злоба Амана. То есть бывает, что саму занозу убрали, но нарыв еще остается, еще болит. И сама рана еще болит. И вот это злоба, Амана уже не было, его удалили уже, но и его сыновей. Казалось бы, все уже, живи да радуйся, да нет. Еще вот эта злоба, она еще есть в этом мире. И указ нельзя было отменить. Враги, сотоварищи, все эти подельники Амановы, по городам, по селам, они ножи точили, они готовились к этому времени, оглашенному указом. И вот, слава Богу, новый указ, который перекрывал тот указ. Новый указ, позволяющий, разрешающий евреям взяться за оружие, защитить свою жизнь, свои семьи, свои дома. А то у них не было права вообще на защиту. Они были, по сути, на уровне рабов, просто обреченных на заклание. Все. И здесь указ царский. Можно браться за оружие и вступиться за свою жизнь. Евреи взяли за оружие. И вместо овец, обреченных на заклание, они стали львами, защищающими свои дома, своих жен, детей. И поразили противника. И мы читаем, что вместо уничтожения Израиля была величайшая победа Израиля. И потом радость наступила. Это было все в полнолуние как раз месяца, вот этого месяца Адара. И в этом году вот эта победа вспоминается 1 марта и 2 марта получается. 1 марта это как раз вот, когда мы победили вообще в целом. А значит, 2 марта это как раз Шушан Пурим, в Шушанах, в Сузах сама победа, которая потом продолжилась, как бы, второй день. И, знаете, вспоминая вот те дни, много лет прошло, много поколений прошло. Это было ведь задолго до рождения Мессии. Но до сих пор мы Бога благодарим за величайшее чудо. Почему? Потому что знаем, что Бог наш, Он и сегодня тот же. К примеру, сегодня и о нас метает жребий враг, чтобы украсть, убить и погубить. О наших семьях, наших домах, о наших странах, народах, об Украине тоже метается жребий врага. И вы думаете, враг стал менее лютой? Нет. Также украсть, убить и погубить. Но если мы взываем к небесам, если мы действительно любим Бога, и песни песней из нашего сердца, как фимиам, поднимается, то Бог, даже самую страшную надвигающуюся бурю, Он во благо нам обращает. Если мы действительно смиряемся пред Богом, любим Его, эту песню песней поем, Бог обращает все во благо. Даже самую страшную трагедию, даже войну, да, все. Он защита наша, непоколебимая. Он жизнь наша. И каждый верующий в своей жизни испытывает большой или малый пурим. В еврейской традиции это называется катан пурим. Катан пурим — это то, что Бог совершает сейчас, как пуримный переворот в наших судьбах. Как пуримный переворот в судьбе каждого человека. Ну, к примеру, вот из истории своей жизни расскажу пример. Когда служил я в армии, ну, понятно, еще в советской армии, вот я часто одно время свидетельствовал об этом, то служил, ну, как положено, тогда было 2 года, и вот первых 1,5 года у меня служба была очень хорошая. Ну, скажу так, большое благословение было в моей жизни. Хотя много было и трудностей, но первых 1,5 года было замечательно тем, что мой командир ротный, я сейчас понимаю это, что он был, может быть, тайный верующий, ну, не то, что тайный верующий, но, как бы, по крайней мере, он где-то как-то Бога боялся, уважал. Понимаете ли? Хотя коммунист, понятное дело, офицер, но он очень относился вот так вот, как-то по-особенному. Я это мало обращал тогда, как молодой человек, но сейчас, спустя годы уже, да, я понимаю, что это было так. Потому что фактически каждые выходные, вот в воскресенье был в церкви, почти все 1,5 года первых службы, я фактически каждое воскресенье был в церкви. Ну, иногда правдами, иногда так полуправдами, да, но был в церкви. Вот, значит, в субботу вечером на все, что читал, пел на клиросе, там, значит, и потом уже на литургии был, значит, и я приходил туда, в храм, значит, при храме там переодевался, значит, и читал, пел на клиросе, священником благословлял меня. Это были 80-е годы, да, значит, но, знаете, вот, я очень был доволен, вот, и все было хорошо, казалось бы. Но пришел мой Аман тогдашний, новый ротный командир, совсем другой. Тоже офицер, коммунист, но совсем другой был. Он был из таких блатных офицеров, значит, как говорили, значит, его родной отец был командующим военным округом, генерал-полковник. Он был старшим лейтенантом, а отец был такой. Его тесть приезжал к нам, он был прокурором по Московской области старшим. То есть, как, ну, такие известные люди в Советском Союзе тогдашних. И, знаете ли, конечно, это еще ничего не значит. Беда была в том, что он был настроен агрессивно против Бога. Даже не против там, меня, там, вообще против Бога. Вот, и мне потом, у меня были свои уши в штабе полка. Да, ну, знаете, как своя почта. И были друзья там, которые, ну, на постоянно там работали, и как бы мне там много что рассказывали. Да, там ЦРУ с Масадом отдыхает вообще. Вот. И, значит, так вот, и там ребята со штаба потом мне рассказывали, когда начальник штаба, значит, встречал этого нового ротного в штабе полка, значит, ему там, ну, была беседа, и, значит, этот подполковник, тот, значит, сказал этому старшему лейтенанту, этому, что рота, которую, ну, тебе дают, как бы, она образцовая, считалась у нас рота, но там есть одна паршивка овца, которая все стало против. С точки зрения начальника штаба, это был вот, ваш покорный слуга. Сергей Журавлев. А почему Журавлев? Значит, да вот, не потому, что в самоволке, не было у меня самоволок. Если даже полуправным я уходил, то это было, ну, с ведома офицеров, значит, вот, значит, взводных, по крайней мере, вот, значит, и с их одобрения. Вот, значит, и, знаете ли, почему, в чем дело? Еще перед армией, там, в военкомате, значит, кто-то меня забраковал, оказывается, написал «верующий». Вот, и это как клеймом было в моей жизни, поэтому, как бы, меня изначально, как бы, с призывного пункта уже, как бы, вначале, как на постоянку, в блатное место хотели направлять, но как верующего не давали никакую постоянку, значит, и, в общем-то, я говорю, что было все хорошо, но было много трудного, но когда ты с Богом и Бог в тебе, и когда есть возможность, тем более офицеры давали возможность быть в церкви, то для меня это было, ну, все, больше, чем достаточно. И вот, и тот офицер новый, он, придя в расположение роты, начал знакомство не со взводными, не с прапорщиками, не с сержантами, а со мной. Прямо от тумбочки закричал: «Журавлев, ко мне!» Все шпригнулись, меня. Я к нему, значит, ну, все как положено, подошел, значит, он меня оценил так взглядом, и я понял, знаете, как удав на кролика. Я понял, моя служба начнется очень сложная сейчас. И точно. Сразу на гауптвахту попал я. Вот. Вот. И, потом, и последних полгода моей службы, они были в основном на гауптвахте. Или же в самых сложных нарядах, там, значит, там, и на полигоне, в самых грязных и опасных местах. Но Бог сохранял мою жизнь на полигоне, Бог сохранял мою жизнь много раз тогда, хотя я пару раз приходил в расположение роты, никто не верил, что я вернусь живым с полигона, но там много рассказывать надо чего. Но скажу, что Бог сохранял. И от этого он еще больше злился. И послали, значит, в карцер чаще всего, иногда там в общую камеру, значит, или в обычную камеру, но как бы чаще всего в карцер. Вот, и там держали. И знаете, часто сажали, просто у меня был крестик еще, я прятал его, но иногда так вот находился, обнаружился. Вот товарищ сказал: снять крестик, я говорю, не могу. Сразу сутки, двое-трое суток ареста сразу. Но понятно мне было и ему тоже, и всем, там, что дело не в крестике. Дело не в том, что там